Ура, мой тред снова залетел. Ну а если вы еще не в курсе, что такое Chips, то спешу вам рассказать. Это новое крутое приложение для знакомств. Тут все общаются при помощи треда. Треды — это цепочки видео от разных пользователей на одну тему. Короче, рассказываю. Я испробовала разные способы организации своего личного времени. От ежедневников и заметок до специальных приложений по планированию задач. И, как всегда, бывают ситуации, что у меня все идет не по плану. Ребят, расскажите, а как вы справляетесь и все успеваете? А через 2 недели я выберу самый лучший ответ и подарю крутой подарок специально с доставкой до твоего дома. Какой подарок? Секрет, но тебе точно понравится. Залетайте скорее в приложение Chips, где мы вместе с вами создадим настоящее видео-комьюнити и будем общаться на разные темы. Переходи скорее по ссылочке и скачивай приложение или сканируй QR-код, который ты видишь сейчас на экране. Скорее регистрируйся и участвуй в моем конкурсе. Уже победителей я выберу через 2 недели. Увидимся в тредах! Ребята, всем привет! Вы на канале Милана Стар, и сегодня вас ждет очень интересный ролик, потому что в последнее время у меня очень много дел, и я хочу вам показать свою неделю, как я живу, как я пою. Сегодня у нас тур, мы прилетели в Казань, и у нас сегодня будет концерт, и еще много-много-много всего интересного. Я не знаю, что у меня послезавтра, поэтому просто поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим роликом со своими друзьями. Подпишитесь на меня в Телеграм, пожалуйста. Всех целую, а мы начинаем. Мы уже приехали на площадку, вот уже идет разводка у Тодоса. У нас сейчас будет чек, и в этот раз со мной выступают первый раз мои девчоночки. Из Тодос Павлова, Ауша и Ладанка, которую вы все знаете, которая та безэмоциональная девочка из влога про лагерь. Такие все пишут: ой, это ты, Лада, которая не улыбается никогда. Вот они сейчас репетируют. И будут выступать в первый раз. Очень волнительно. Но они справятся, они умеют. Ух, вышка, ух, вышка, ух, вышка. Это вечеринка супер вышка. Местный Тодос, Казань. И совсем недавно я была на Тодос-фесте вместе с этой тетей. Вот. И мы помним ребят, потому что они тоже с нами выступали. И вы влюбились в одного парня тут, да? Это наш шикарный автобус. Надо дать пауэрбанк Денису. Это Светлана, отвечает за Милана полностью. А что это? Фу. Мне нужно отдельно хлеб, отдельно колбасу, отдельно сыр. Какие зеленые огурцы? Ну вот еще. Ну, капризная скажет. Капризная. Да! Ужас! Я буду капризной, я этого не скрываю. Зачем вы заморочились? Я хочу колбасу и сыр. Может, я хочу отдельно поесть колбасу, но без оттенков огурца, а? Вы не думали об этом? Ну, как же можно? Я отдельно люблю колбасу и сыр. Мы сейчас с Ладой тестим желешки. Желешку покажи. Мы не знаем, вот, как ее открыть. Даша, открой желешку, думаю. Вот. Ну, выглядит, конечно, это не очень. Я как будто... Дети, вот, не дарите нам больше сладкое. Дарите. Не дарите. В смысле, все, опять? Да не, он упал. А, вот тогда надо привыкнуть. Собираемся. Милусик готов. У нас сегодня сломались наушники, Милана с монитором. Не, я буду с одним выступать. Я пошла сразу клеить. Ну, надеюсь, я не задерживаю? Нет. Да, на 5 максимум. Ижевск, привет! Как у вас настроение? Готовы сегодня зажигать? Ух ты ж, ух ты ж. Собрались девчонки и мальчишки. Ух ты ж, ух ты ж.
три города. А можно сказать и четыре, если Москву посчитать. Устали? Немного. Нормально. Это дело и деньги. А мы пошли давать концерт. Спутники, мерч в Кирове у нас. Все почти продано, все. Вот остаточки. Просто опять не подрасчитали. Здравствуйте. 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 Ну что, привет. Вы на канале Милана Стар. Правда. Ура, мы очень рады. Сейчас я буду забирать своего ребеночка, мою любимую Шерочку. Трясу Шерин в машину, тем более в этой она еще не каталась. Денис, поздравляем тебя с днем рождения, с прошедшим, получается, влог уже потом увидим. Да. Ты красавчик, молодец. Возьми с полки пирожок. Респект уважу. Да, респект уважу. Почка, как нет, надо. Привет. Девочка повзрослела. У нас теперь взрослые песни. Да, милая? Первая любовь, одна такая. Не в счет. А, не в счет? Да, мама рассказала, и все понимают. Всем привет, ребята. Сегодня пятница. Настроение спать. Ну, в принципе, как обычно, мы приехали в депо, и сегодня у меня там будет концертик. Но не только у меня, я спою несколько песенок. Вот, это вроде фестиваль по новому радио, да? От нового радио. А фестиваль The Wish. Мы приехали за 3 дня земель, и сейчас идем на чек. В 10 утра приехали, а в 10 утра у меня будет выход. Как мило. Прошла репетиция, мы отчекались, ну так быстренько, 2 песенки. Я попыталась в этом депо себе что-то найти поесть, ничего я не нашла, вот вам спойлер. Пока я выбирала себе еду, после меня приехала чекаться Карина Кросс, и чтобы вы понимали, я всего лишь 2 песенки быстро прошла, это не целиком, а она до сих пор поет. Я заметила это место каких-то очень красивых машин, типа, оп, вот машина. Вот машина, и типа я хожу, и тут везде красивые машины. Нет, ты можешь вынимать все. Дальше влог, ничего не выходит. Так, рассказываю вообще, что это было. Мы приезжали делать нейры, так как мои уши сломались. Объясню, что такое нейры. Это такие наушники, которые я надеваю во время выступлений, чтобы лучше слышать себя и так далее, так как колонки монитора направлены в зал, и звук до меня доходит плохой. Вообще все артисты с нейром в основном. И как-то так. Панкейки или блины? Это панкейки маленькие, вкусненькие. А это блинчики большие. Блины бабушка может испечь. Бери панкейки. А я хочу блины. Бери блины. Давай теперь. Лада, что ты заказала? Я драники. Ой, на фотке лучше были, да? Просто. У меня вкусно. Панкейки заказала. Короче, я жалуюсь.
эти блины. Они не были такой супер-мега-горочкой, когда вы с них вот так вот все вот соус, та-та-та-та. Они холодные. Нам два раза их, ой, один раз разогревали. На второй там хотя бы, как бы, они были теплые, но внутри они ледяные. Короче, блинам я ставлю дизлайк. Надо было заказывать панкейки. И я еще заказала себе молочный шоколадный коктейль. Вот я его жду. И мы поедем выступать. Все, спасибо большое, удачи, все. Все, подошла аудитория. Слишком много мальчиков, я маленькая девочка, мне 5 лет ментально. 13-летняя Милана Стар признала, что не готова к серьезным отношениям. Сказала, что ментально чувствует на 5-летний возраст. Ну вот, аудитория подрастает. Ребята, сейчас прямое включение уже с конца следующей недели, которую я вам не показывала. У меня каждая неделя очень сильно насыщенная, и сейчас мы находимся в Сургуте. А через 1,5 часа у меня будет концерт. Свет какой-то не очень. О, записываю. А я продолжаю свой тур по городам. Уже летом я приезжаю в Краснодарский край, где тоже там много-много концертов, Сочи, Геленджик и так далее. Всех вас жду. Короче, переходите тут по ссылочке в описании. Ссылочка в описании на мои билеты milanastar.ru. Я вас всех-всех жду. У себя на концертах. Также подписывайтесь на мои соцсети. И самое главное, приходите ко мне на концертах. Муа! Всех люблю. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.